Вот это Таверчук. В Ереване говорит одно, в Баку подмигивает другое. Мы понимаем, что имеем дело с мелкоуголовной шпаной, наделенной должностями и одетыми в дорогие костюмы. И этим людям просто нельзя доверять. Когда эти люди говорят о дружбе и союзнических отношениях, нужно следить за руками. Как в случае, сигналов о наличии карманных воров в автобусе.